Транспортная сеть «Сняга» не избавляется от ненормативного дорожного полотна. Объем финансирования ремонтных работ идет как по государственной, так и муниципальной программе развития транспортной системы. Евгения Самойлова расскажет подробности. Асфальт сошел вместе со снегом. История для северных городов привычная. Суровые климатические условия, большой процент заболоченных участков для асфальтобетонной смеси – те еще испытания. В Югорской Нягани в этом году проблемных участков немало. Наиболее загруженные магистрали свои тонны асфальтобетонной смеси уже получили. Центральная улица Нягани, улица Ленина, ее капитально реконструировали в 2019 году. Использовали тогда щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь, которую применяют при строительстве скоростных магистралей. Здесь она прослужила 5 лет, затем запестрила дырами, которые сейчас и предстоит устранить вот этой дорожной технике. Для ремонта транспортной сети в Нягани в 2024 году заключено 2 муниципальных контракта. Подрядчики на объекты вышли своевременно. Мы закрываем контракт по ямочному ремонту, это 6000 метров квадратных. Мы сделали ямочный ремонт на улице Московской, Декабристов, Сергинская, проспект Нефтяников, частично по улице Ленина и частично Петра Великого. Стараемся все делать большими картами, чтобы было лучшее уплотнение асфальтобетона и подольше служил этот ямочный ремонт. Помимо новых участков, дорожной компании устранят недостатки по гарантии на объектах прошлого года. Плюс завершают долгосрочные контракты. Так, на улице Сибирской дороги второй категории ежедневно проезжают не менее 15 тысяч единиц автотранспорта. Часть из них – большие грузы. Учитывая интенсивность движения, износ полотна серьезный. С 2021 года в работе здесь были 70 тысяч квадратных метров полотна. Ширина участков от 8 до 15 метров. Порядка 30 миллионов рублей город направил только на текущий ремонт дорог. Ну и сейчас в активной фазе уже следующие дорожные проекты. Это и капитальные ремонты дорог, и продолжение ряда строительства улиц по городу, а также строительство новых тротуаров. Нужно отметить, что в этом году большая региональная поддержка, потому что ряд дорог мы ремонтируем с участием 50 на 50, 50% средств муниципальных, 50% региональных, а также 95 на 5, где 95% затрат берет на себя регион. Югра из регионального бюджета на ремонт дорог направит рекордную для субъекта сумму свыше 9 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда на дороги местного значения, чтобы путь домой у югорчан был не только комфортней, но и безопасней. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягань.